Здравствуйте, уважаемые коллеги и друзья! Мы очень рады приветствовать вас от имени сотрудников Национальной библиотеки Республики Коми, самой большой библиотеки в нашем регионе. Благодаря Надежде Фойсе, которая была в прошлом году у нас в республике, мы бы очень хотели наладить сотрудничество с библиотекарями из Франции. Хочется сказать несколько слов об истории нашей библиотеки. История уходит далеко в прошлое, в 1837 год, когда по инициативе местной интеллигенции была открыта первая публичная библиотека в Усть-Сысольске. Усть-Сысольск – это старое название города Сыктывкара. В 1848 году у нас насчитывалось около 1000 экземпляров книг, а уже в 1900 году около 10 тысяч томов. В 1958 году состоялось большое событие в истории нашей библиотеки. Было построено новое семиэтажное здание. Фонд библиотеки составляет около 2,5 миллионов экземпляров книг. Мы выписываем около 400 наименований периодических изданий. Читателей у нас записывается ежегодно около 32 тысяч человек. И выдаем мы ежегодно около 900 тысяч документов. В библиотеке работает около 150 сотрудников. При библиотеке функционирует 16 отделов. 11 из них обслуживает читателей. Мы находимся в отделе литературы на иностранных языках. Хочется сказать, что в этом отделе, я являюсь заведующей этим отделом, у нас собрана литература более чем на 72 языках мира. Всего фонд иностранного отдела насчитывает около 25 тысяч книг. Мы обслуживаем ежегодно примерно... Ежегодно мы обслуживаем около 2 тысяч читателей и выдаем около 25 тысяч экземпляров документов, в том числе 10 тысяч из них на французском языке. Визуально наш отдел разделен на три зала. Это американский центр, в котором мы сейчас с вами находимся. У нас есть зал финно-угорской литературы и зал французской литературы. Давайте пройдем в зал французской литературы. Главным источником комплектования иностранной литературы нашего отдела является международный книгообмен. У нас заключено около 18 договоров с зарубежными библиотеками по книгообмену. Как правило, это библиотеки Финляндии, Эстонии, Венгрии, Соединенных Штатов Америки, Германии и другие. Но, к сожалению, ни одного договора ни с одной библиотекой из Франции у нас нет. И поэтому нам очень сложно комплектоваться литературой, зарубежной литературой на французском языке. Ежегодно мы проводим мероприятия, посвященные знаменательным памятным датам Франции. Мероприятия, выставки организовываем, посвященные французским писателям. И мы искренне надеемся, что в ближайшем будущем мы наладим с вами сотрудничество, в частности, международный книгообмен. И благодаря этому сотрудничеству наши фонды пополнятся литературой на французском языке. Спасибо. Thank you.
и смешных, и прожить на свете, и прожить на свете нам нельзя без них, нам нельзя без них. Локти серед ядор, ошенюлен кикяле, в лаву лапара коре, минам банджеву пьяле. Пилей чоша муй не тая, не лишись пощаде, котка варсавор сарыта воя, котка шалом ржеде. Жили-жоли конка кыла, жили-жоли ваша дой, жили-жоли, жили-жоли олом, вылом, талом, сатин, аскиной. Жили-жоли конка кыла, жили-жоли ваша дой, жили-жоли, жили-жоли.